Сегодня парад Победы 24 июня. В 100 метрах от проспекта, где расположена аллея памяти, гниющая, зловонная, образовалась мусорка. Это постоянно, но даже в этот святой для всей России день не смогли ни убрать, ни прибрать ни городские власти, ни эко-сити, которая с приходом эта куча образовалась. Убирается раз в полгода или в год после очередной взбучки губернатора. Сюда приезжают в зоокзотариум автобусы, дети, и они учатся, как нужно хозяйствовать и жить.